В настоящее время в Брянской воспитательной колонии отбывают наказание несколько десятков несовершеннолетних заключенных. Начальник исправительного учреждения показал присутствующим практически все объекты колонии, связанные с проживанием, обучением и организацией досуга воспитанников. И нужно отметить, что для ставших на путь исправления ребят здесь созданы все условия. Впечатление, что мы попали как минимум в казармы или военное училище, или кадетского корпуса. Здесь чистота, порядок. Здесь именно проводится большая работа по возвращению в социум подростков. Нужно сказать, что по результатам работы за 2016 год у нас в области достигнуты серьезные результаты по снижению преступности среди подростков. Снижение в разы, в 2,6 раза. Это результат серьезной, кропотливой работы и комиссии по делам несовершеннолетних, и результат межведомственного взаимодействия в муниципалитетах в наших районах. С успехом реализуются в колонии программы по ресоциализации заключенных, которые имеют возможность не только получить образование, но и владеть базовыми навыками будущих профессий. Причем в Брянске ставка делается на специальности, которые наиболее востребованы на рынке труда в наше время. Дачный вариант – накопитель подсоединить, подвести все. По итогам визита прошло рабочее совещание комиссии, на котором были рассмотрены целый ряд вопросов, связанных с организацией воспитательного процесса и профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. Рассмотрен самый основной вопрос – это социальная работа, проводимая с осужденными, совершенно осужденными, попавшими в сложную жизненную ситуацию, сироты, социальные сироты, дальнейшее их сопровождение в той или иной ситуации. Значит, рассмотрены на заседании комиссии вопросы работы комиссии за 2016 год, разработан план работы на 2017 год, оценка председателя комиссии, заместителя губернатора, работа комиссии как удовлетворительна. Дмитрий Кузнецов, Владимир Сидоров, события, Брянск.